Предпоследний артефакт собрал много любопытных брещан, которые с нетерпением ждали открытия выставки. Раритетная вещь, которая 7 лет назад проделала путь из Америки на свою историческую родину, теперь хранится в Брестском областном краеведческом музее. Узнать, что это за артефакт и понять его значимость для города, помогли сотрудники музея, которые приоткрыли завесу тайны. Мы презентуем облачение митрополита Зноска, который в конце 30-х и 40-е годы был настоятелем Брестской братской церкви. Очень интересная судьба этого человека. Облачение епископа Бостонского, викария восточноамериканской епархии Митрофана Зноска, который является уроженцем Брест-Литовска, имеет огромное значение для города. С 1938 по 1944 года Митрофан Зноска был настоятелем Свято-Николаевского братского храма в Бресте. Его облачение обладает сакральным качеством и имеет гораздо большее значение для священнослужителя, чем скафандр для космонавта. Вставление этого артефакта — это действительно событие в жизни нашего города, потому что отцы Константин и Митрофан Зноска, они внесли очень серьезный вклад в нашу конфессиональную историю. В то время, когда Брест в составе Западной Белоруссии находился в составе польского государства, и православие оказалось в положении дискриминации своеобразной, далеко не в лучшем положении, они делали все для того, чтобы православные верующие чувствовали себя, что они с Богом. Сейчас все больше открывается история православия в городе, и все больше людей узнают о соотечественниках, которые внесли значительный вклад в развитие и историю города. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.